Меня зовут Михаил Облемитов, и сегодня у нас в меню крайне увлекательная вещь. Достаточно популярная почему-то в русскоязычном ютубе. Блюзовый шаффл, так называемый, или же буги-шаффл, кто-то его называет, рок-шаффл. Тем не менее, это самый что ни на есть блюзовый рисунок традиционный. И да, он в ритме шаффл. И, как я показал в самом начале, играется он очень просто. Покажу его еще раз. Здесь стандартная аккордовая блюзовая последовательность. 4 тоники, 4 такта тоника. Потом снова 2 такта субдоминанта. Снова 2 такта тоники. Та же самая гармония. 1 такт доминанты. 1 такт субдоминанты. 1 такт тоники. Заново. Как же это все дело играть? На самом деле достаточно просто. Самое сложное здесь, как обычно, это ощущение и мышление от слабой доли. Шаффл никогда не играется от сильной доли. То есть, может быть, он играется от сильной доли, но ощущение при игре от слабой доли. И раз, и два, и три, и четыре. Это триольный пульс. Кто не смотрел мое видео про шафловые ощущения, посмотрите, вот здесь будет ссылка на это видео. Ну что ж, приступим к конкретике. Куда тыкать пальцами? Значит, у нас шаффл в тональности ми, поэтому у нас первые 4 такта звучит открытая 6-я струна. А внизу, а именно на 5-й струне, мы зажимаем по очереди 2-й лад и 4-й. На самом деле в интернете полным-полно объяснений этой аппликатуры шаффла. И я, пожалуй, повторюсь в этом отношении, повторю всех тех, кто уже рассказал про это, но немножечко под своим углом. Надеюсь, вам будет интересно и полезно. Играется он таким образом. Я все играю ударами вниз. Начинать лучше с ударов вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот с такого ритмического рисунка. Сначала попробуйте это поделать на закрылочных струнах. И именно ударами вверх и вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ни в коем случае не вот так. Это вообще дичь. Так не делайте. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не нужно извлекать звуки сильно. Это должно быть расслабленное ощущение, от которого вам хочется двигаться. Я об этом уже говорил не раз. Собственно, что зажимать? Играем мы только по верхним двум струнам, по 6-й и по 5-й струне. И играем и так. И дальше будет повтор, сейчас позже к этому вернемся. Я поставил указательный палец на 2-й лад на 5-й струне. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я струна заглушается вот этим пальцем. То есть палец касается этих струн, и они не звучат. Звучит только 5-я струна и 6-я. Я играю так. Вверх-вниз. 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 Я сыграл вверх-вниз. 6-я струна и 5-я на 2-м ладу. Вверх-вниз. Дальше ставлю безымянный палец. Или мизинец, если у вас маленькие руки, как иногда у меня случается. На 4-й лад безымянный палец. И повторяю. Вверх-вниз. То есть вверх-вниз. Классно, еще раз. Вниз, вниз. Вниз, вниз. Вниз, вниз. Но главное сохранить это ощущение. Ноты понятно. Надо запомнить, куда там тыкать пальцем и так далее. Но все это не работает без правильного ощущения. И вот так вот мы чередуем. Чередовали. Я сейчас просто много раз сыграю, а вы сыграете вместе со мной.
невысокий темп, не нужен пока метроном, просто. Нажимать можно либо мизинцем, четвертый лад, либо безымянным пальцем. Я делаю по-разному. Расслабленное движение. Супер, усвоили. Теперь, сколько раз это все дело надо играть? Примем вот нашу единицу. Вверх-вниз, 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 вверх-вниз. За один такт. Сейчас не буду долго рассказывать, там триоли, четыре четверти, туда-сюда. Это у нас один такт. Вот это один такт. Таких тактов надо сыграть четыре. То есть получается и раз, и два, и три, и четыре. Это первый такт. Раз, и два, и три, и четыре, и раз. Мы сыграли 4 такта тоники. 4 такта риф на 5 и на 6 струне. После этого этот же риф нужно сыграть только на струну выше. 6 струна уже не будет звучать. Будет звучать у нас 5 открытая и 4, зажатая на тех же ладах. Тот же самый рисунок, только на струну ниже. Только тактов уже будет не 4, а 2. То есть это и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и все. После этого нужно будет вернуться в исходную позицию и сыграть там еще 2 раза. И раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. Получается всего 8. 4 раза на 5 и на 6 струне. 2 раза на 5 на 4 струне, 6 заглушенная большим пальцем. После этого снова мы возвращаемся на 5 на 6 струну, на 6 на 5. И играем снова 2 раза, всего 8. 4 плюс 2 плюс 2. Сыграю этот кусочек. Получилось 8 тактов. До 12-тактового блюза осталось всего лишь 4 такта, и они в них вся самая соль, если говорить про сложность пальцев. Сложность перестановки пальцев. Что происходит дальше? Вот мы сыграли последние 2 такта. И вот как бы нужно идти дальше, на 5-ю ступень. И так далее. Как это сделать? У нас здесь как бы звучит аккорд C7, B7, но не в явном виде, а в виде как бы такого рифа интересного. Собственно, мы должны взять здесь квинту. Черт возьми, да? Как, прям как рокер заговорил. Берем квинту. Указательным пальцем на втором ладу 5-й струны и безымянным пальцем на 4-й струне на 4-м ладу. И мы должны сыграть так. А дальше мы отпускаем вот эту струну, перестаем ее прижимать, просто приглушаем 5-ю струну, чтобы она не звучала. И 6-ю, если вы еще заденете, коснетесь, чтобы она тоже на всякий пожарный не прозвучала, будет классно. И делаем вот этим пальцем безымянным слайд на тон. Сначала звучит квинта, а потом квинта перестает звучать. И звучит только вот эта нота. Лучше сделать так 1001 раз. То есть вот эта нота у нас ни в коем случае не должна звучать. То есть мы сделали слайд этим пальцем, а этот палец расслабленный, он просто не дает звучать ни пятую, ни шестую струну. Вот этот палец у нас не выполняет никакой работы, он просто глушит.
первую, вторую, третью, третью струну, пятую и шестую. Вот это движение следует отработать. Я не боюсь человека, который знает 10 тысяч различных грувов. Я боюсь того, кто 40 лет играет шаффл. Тренируемся. Когда натренировались, играем дальше. Дальше мы чередуем безымянный палец и указательный на, собственно, шестом ладу и на четвертом ладу, четвертой струны, соответственно. Важно, при этом не звучит ни пятая, ни шестая струна. Они заглушены, шестая струна заглушена большим пальцем. А пятая струна заглушена торцом пальца, вот этого, указательного. Он не звучит, она не звучит. Еще раз. То есть я играю просто по четвертой струне. Еще 1000 повторений. Получается один такт пятой ступени у нас. Запомнили, закрепили. Двигаем дальше. Дальше у нас уже знакомый нам, нам риф на пятой и на четвертой струне. Сыграем все это вместе. Еще раз. Обыграли аккорды. Осталось нам сыграть два такта всего в квадрате. Сыграем, что у нас получилось на данный момент всего. Пардон. Играем опять снова наш исходный риф. Наш исходный риф. Один раз. И ставим в конце него точку, сыграя вот такую штуку. Указательный палец на втором ладу пятой струны и шестая открытая. Получается так. Раз, два, три, четыре, и... И заглушили. Это прям слишком резко, какое-то там высекание или там куда-нибудь, вот это вот, в психиатрию. Это вот спокойная игра. Да, легко, расслабленно и размашисто. Торопиться никуда не нужно. То есть получается у нас такая фигура в конце квадрата. Это вот надо оттренировать много раз.
Это достаточно сложно по пальцам в первое время, но вопрос практики. Угу. Точку нужно обязательно ставить. Еще раз последний. Ой, пардон. После этого, как вы это все дело отработали, а делать нужно все постепенно, и не нужно пытаться съесть слова, съесть слона не по кусочкам, а сразу целиком, нам нужно сыграть последний такт. Последний такт следующий. Это аккорд. До 7 малый мажорный. Первая ступень, третья мажорная ступень и малая седьмая ступень для знатоков, кто знает, что такое ступени. Кто не знает, если хотите, я могу сделать видео. И мы делаем вот такой вот аккорд. Ставим. Если что, у нас первая, вторая струна не звучит, и шестая тоже. То есть шестую я глушу большим пальцем, а первую и вторую я глушу указательным пальцем. У меня звучит только пятая, четвертая и третья. Проверяйте. Что еще важно? Вот эта вот аппликатурка, вот этот вот треугольничек, который я здесь показываю, он очень часто, очень много где встречается, в всяких блюзовых штуках. И поэтому я настоятельнейшим образом рекомендую вот этот самый треугольничек научиться ставить так, чтобы и привыкнуть ставить так. Таким образом, чтобы средний палец, безымянный палец были строго друг под другом и прямо напротив ладовой проволочинки вот этой вот, напротив ладового порожка. Для чего? Придется делать при изучении блюза много слайдов. Очень много слайдов с этой аппликатурой, не только на пятой, на шестой, на четвертой, на пятой и четвертой, и на третьей струне. Всякие вот такие есть аппликатуры. Да? И так далее. И чтобы привыкнуть ставить вот эти пальцы таким образом, чтобы вам было удобно делать. Вот такие штуки, сразу рекомендую ставить их один над другим очень строго. Можно и вот так ставить, как бы звучать это все будет так же, но впоследствии могут быть проблемы. Не рекомендую. Вот, вот таким вот образом. К тому же, вот тут, пожалуйста, первый слайд сразу же. Мы делаем так. Пам-пам. До-си. До-си малый мажорный. Ударом вниз, либо же вниз. Неважно, каким ударом вы это будете делать, главное, делайте пока что какое-то время это единообразным образом. Единообразным образом, черт возьми, да. Именно так. Дальше. Дальше. У нас по-прежнему, вот мы сделали это, по-прежнему пока что не звучат первые две струны. И вот сейчас тот самый момент, когда они прозвучат. Что я сделал? Я сыграл ударом вверх. Тут уже важно, что ударом вверх. По этому нашему аккорду. Шестая струна по-прежнему заглушенная. И у нас к нашему аккорду добавилась еще первая и открытая и вторая открытая струна. То есть вверх не зажатые струны, первая, вторая. Вниз я ставлю указательный мизинец на второй лад первой струны. И снова вверх. Снова поднимаю палец, снова звучит аккорд. С первыми двумя открытыми струнами. Получается вместе так. Еще раз. Наш последний удар вверх.
он является, собственно, нашим первым ударом в шафле, потому что, как вы, наверное, помните, или, скорее всего, не помните, мы начинаем шафл с удара вверх. Да-да-да-да-да, и вот квадрат замкнулся. Сейчас я продемонстрирую, как он замыкается. Перехожу на субдоминанту. Образом играется этот традиционный аккомпанемент тональности ми для блюзового шафла. Блюзовый шафл — это тема. Что еще сказать? Я на самом деле никогда практически не играю его вверх-вниз, вверх-вниз. Но всем ученикам советую играть вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Так легче получить базовое свинговое ощущение. Потому что на ударах, на даунстроках, если играть только вниз, все может скатиться в очень прямую телегу. Это не очень хорошо. Точнее, это очень нехорошо. В этом теряется, собственно, смысл того, что мы делаем. Смысл аккомпаниатора, смысл работы аккомпаниатора и задача аккомпаниатора — это дать аккомпанемент, который даст интересное ощущение для солиста. Даже если этим солистом являетесь вы сами. То есть, это аккомпанемент, который дает фил. Нет фила — нафиг вы нужны. Поэтому, после того, как вы отработаете это действительно хорошо, и уже не будет никаких вопросов, куда там зажимать, как, что, уже будете просто играть и ловить кайф от этого. Будете играть с расслабленными руками, на таком кочевом ощущении, только тогда и ни в коем случае не раньше. Переходить на более утвердительный шафл даунстроками. Все то же самое, просто играется ударами вниз. Но еще добавляются кое-какие удары вверх. Сейчас покажу. Это advanced level, следующий этап. Не advanced, это intermediate скорее. Получается таким образом. Первый удар все равно вверх, черт возьми. А дальше все вниз. И каждые два такта я делаю вот эту штуку. Удар вверх такой, как разряд молнии. Постепенно ваш шафл будет усложняться, всякими украшениями, всякими мелизматикой, всякими добавленными нотами, ступенями, акцентами. То есть работа в этом аспекте от чисто аккомпанемента к какому-то аккомпанементу, который становится более наполнен какими-то штуками, происходит либо через изучение каких-то блюзов в ми-мажоре, кто уже за вас все придумал, уже просто вы берете, играете, это становится вашим репертуаром. Или же вторым способом, когда вы очень много играете этот самый аккомпанемент в тональности ми, этот самый шафл, и у вас освобождается оперативная память, не думать о струнах, куда я там нажимаю, что я там, куда я слайд, что, какой там аккорд, куда переход. Ощущение уже стало частью вас, и тогда в этом ощущении вы начинаете добавлять ноты. Именно так было у меня, потому что я играл вот этот вот самый шафл вверх-вниз, 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 вот эту вот самую базовую версию. В течение 1 года, 365 дней, под метроном 60 ударов в минуту, каждый день по часу. Каждый день по часу, это был ад. Но после этого шафл стал находиться просто у меня в генетическом коде. Я боюсь, что мои дети
первое слово, которое скажут, это будет не мама и не папа, они скажут шафл. В принципе, есть такой риск. Поэтому только труд определяет, собственно говоря, вот этот навык. Есть ценз финансовый где-нибудь, в каких-нибудь казино, а есть жопочасовой. Вот это жопочасовой ценз на шафл. Добро пожаловать на канал. Спасибо вам за просмотр этого видео. Надеюсь, вам было интересно. Если что, задавайте вопросы. Хотите подтянуть блюз, записывайтесь ко мне на занятия. Ссылка на Telegram в описании. С радостью отвечу, поделюсь своим мнением, задам вопросы вам. Может быть, вы что-нибудь и мне можете посоветовать, потому что я всегда нахожусь в фазе роста. Надеюсь, что вы тоже. Спасибо еще раз вам за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, будет еще очень много всего интересного. Меня зовут Михаил Облемитов. И я желаю вам удачи в освоении чудесного инструмента гитара.